Опишите, пожалуйста, жениха. Серьезный, как правило, вероятнее всего, человек, представительской внешности. 228 должно быть написано, лампасы где-то белые. Ну, Adidas, мне кажется, это вот. Оба! Бодрячком, бодрячком! Волосатый, в кожаной куртке, в косухе. В красных стрингах. Большой, накачанный. Негр голый. Взгляните на своего мужчину и на меня. Негр голый. Мускулистый, загорелый, сексуальный. В масле. Гибкий, пластичный. Заводной, кувыркающийся. Зверюга. Мужчина с длинными волосами и хриплым голосом. Грива короткая, но мощная. Он плюет только в тех, кто ему не нравится и кто его дразнит. Он зелен, он гоблин. Опишите, пожалуйста, невесту. Полуголая, топлес, в стрингах, с диадемой. Полураздетая, извивающаяся. У нее есть хвост. Красивая, быстрая, может быть, разных цветов. Сексуальная, эротичная. Сумасшедшая. Она должна быть в платке. Короткая кожаная юбка. Стройная, поджарая лошадка. Ну, честно, не знаю, как она выглядит. Опишите первый танец молодых. Маленький хутят. При котором нужно упасть и танцевать на полу. Даже не знаю, безумные танцы. Ча-ча-ча. Танец был на первом курсе, произведен Павлом Лавриновым на Садовой в отличном баре. Я даже не знаю. Ну такой, под какую-нибудь такую музыку в подъезде. Блин, хрен знает. Лезгинка. Самый нелепый в мире танец. Ну, мне нравится лезгинка. Что вы сделали для этой свадьбы? Я продавала. Ничего. Гуляла с друзьями. Загорала, купалась. Снимала деньги. Танцевала, выпивала. Ну, соответственно, выпивали, смеялись, развлекались. Опишите свадьбу в целом. Темное, серое, пошарпанное здание с решетками. Там стоит шест. Пышки. У меня в кармане. Пышки. У меня в кармане. Водка. Много голых людей и алкоголя. Богатых мужчин. У меня в кармане 20-долларовые банкноты. Очень много мужчин. Ротанговые сиденья. Очень много женщин. Зонтики. Очень много голых женщин. Песок под ногами. Много людей кавказской национальности, танцующих лезгинку профессионально. Пиво, пистолеты. Громкая музыка, много пьяных людей. Много животных, много акробатов. Алкоголь рекой. Голые люди. Повсюду. Место отдыха, где можно пообщаться с самыми удивительными существами, которые создал Господь Бог. Это... Ну, это основное. Очень много голых женщин. Что молодые будут делать в первую брачную ночь? Ловить нас и ругать. Они будут собираться у кого-нибудь дома, включать воду и насыпать песок в ванной. И там типа загорать голыми. Не получится. Они будут согреваться водкой. Гулять, наверное. Нудить. Проценты считать. Развлекаться. Лежать просто на животе. Наверное, танцевать. Грабить банк. Очень трудно, там надо учиться. Ну, я думаю, они будут там считать свои денежки. Арестовывать преступников. Знакомиться с оружием и, возможно, как-то знакомиться с режимом. Заводить людей. Люди ночами делают новых людей. Опишите место, куда молодые поедут в свадебное путешествие. Я даже не могу представить, я даже реально не знаю, что это может быть за место, правда. Девяткино? Оба! Россия. Купчино.
Где нет людей. Купчино. Любое место 1 января. Темно, сумрачно, буря. Нудистский пляж. Может быть, со слов Бермудский треугольник. Там, где ничего нету живого. Девяткино? Ну, квартира, дом. Гей-парады мы любим, и не то чтобы мы пропагандировали, но в Берлин мы обязательно съездим всей компанией. Пожелайте что-нибудь молодым. Обязательно? Пожелайте. Даже не знаю. Не готова ответить на этот вопрос. Ну, чтобы немножко хоть совесть у них проснулась, так, чуточку буквально. Ну. Не упасть. Меньше грязи. Сладких снов. Богатых клетих, зрителей. Добра. Еды. Тепла. Еды. Воды. Не сбиться со счета. Ничего. Рубить капусту. Быть более сдержанными в своих проявлениях. Быть профессионалом в этом вечере. Хорошая работа сегодня вечером. Чтобы они постарались все-таки не применять то, чему они научились. Ну, наверное, знаете, как поддержку нашего государства. Хорошо питаться и быть всегда востребованным по жизни. Поменять ориентацию. Все решено, мама, я гей. Чтобы они нас хорошо учили. Чтобы они хорошо показывали кино. Наверное, свобода. Какая осень в лагерях? Нет, сначала исправиться, а потом свобода. Хороших клиентов пожелал. Все.